Yeah.
Римская всеважное движение для тех, кто должен был получать сегодня посвящение, у себя Анатолий Караджа. Посвящение переносится, можете обедать, ужинать. Посвящение будет 21 числа послезавтра, в 11 часов. On this very holy day, in this very holy place, I am very grateful to be with all of you. В этот очень святой день, в этом святом месте, я очень благодарен всем за возможность быть вместе с вами. This morning I visited the kitchen. What? I did. This morning I visited the kitchen. Сегодня утром я посетил кухню. With His Holiness Niranjan Swami Maharaj and His Holiness Bibi Govinda Swami Maharaj. Вместе с Его Святейшеством Ниранджаной Свами Махараджем и Его Святейшеством Биби Говинда Свами Махараджем. And I found so many wonderful devotees. Я обнаружил там огромное количество замечательных преданных. United in making beautiful offerings to Krishna and all the assembled Vaishnavas. Которые были объединены с желанием сделать замечательные подношения Кришне и всем собравшимся преданным. I was especially meditating on potatoes. Особенно интенсивно я медитировал на картошку. I learned many things from potatoes today. Картошка научила меня очень многому. First, Govinda Maharaj and myself volunteered to wash the potatoes. Сначала Говинда Махарадж и я вызвались мыть картошку. They were covered with dirt. Картошка была покрыта слоем грязи. We were scraping, 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 and washing and scraping and washing and scraping. Мы мыли, терли, оттирали и снова мыли, оттирали. Then after that, peeling the potato. После этого мы стали чистить ее. Then we participated in slicing, cutting the potatoes. После этого мы приняли участие в том, чтобы нарезать картошку. And after that, stirring the pots that were cooking the potatoes. После этого мы мешали картошку в кастрюлях, в котлах, в которых она варилась. Shall I tell you the lesson I learned? Рассказать вам об уроке, который я извлек из этого. That our hearts are like potatoes. Наши сердца как картошка. Srila Prabhupada and his representatives want to offer our hearts to Krishna. Srila Prabhupada и его представители хотят предложить эти сердца Кришне. But they cannot be offered in the state they're in. Но их невозможно предложить в том состоянии, в котором они находятся сейчас. First we need to be washed. Сначала их нужно отмыть. And sometimes washing doesn't feel so nice because your scrub brush is going. Иногда, когда мы отмываем что-то, это все не очень комфортабельное чувство приносит, потому что нужно тереть и отмывать. And sometimes, in order for us to become pure, we are cut and sliced. И иногда для того, чтобы полностью очистить нас и поднести Кришне, нас нужно порезать на куски. And sometimes we're boiled. Иногда нас нужно сварить. And sometimes fried. А иногда поджарить.
But that's oftentimes what we require before our hearts become a nice offering to Krishna. Очень часто именно это необходимо сделать с нами, прежде чем наши сердца станут подходящим подношением для Кришны. So when we are doing our sadhana, we are trying to help Krishna to wash our hearts. И что мы делаем во время нашей садхани? Мы пытаемся помогать Кришне отмыть наши сердца. Sometimes in our life, sometimes we find we're being cut, we're being sliced, sometimes we're being boiled or fried. Do any of you have that experience? Иногда в нашей жизни нас режут на куски, иногда нас варят, а иногда жарят. У кого-то есть такой опыт? But if we keep our faith and take shelter of the Lord, then all of these different processes prepare us to be a beautiful offering where our heart is humble and soft and full of love. Но если мы сохраним нашу веру, то все эти различные обработки, которые с нами происходят, превратят нас в конечном счете в замечательное, очень красивое подношение Господу. Actually, the essence of Bhagavad Gita we can find if we're seeking Krishna, we can find those truths in seeing a potato. На самом деле, если мы по-настоящему ищем Кришну, мы можем обнаружить Кришну, наблюдая за картошкой. И суть Бхагавад-гиты тоже. And when our heart is offered and accepted by Krishna, then it becomes very pleasing to nourish all the Vaishnavas. И когда наши сердца становятся готовы для того, чтобы поднести их к Кришне, мы также чувствуем огромное удовлетворение от того, что мы можем доставить удовольствие вайшнавам и дать им что-то, чтобы накормить их. As soon as I finish my talk, you can all honor by eating these potatoes. Как только я закончу свою лекцию, вы все можете приобщиться к этому сокровенному знанию, скушав картошку, приготовлении которой мы принимали участие. And be happy. И я буду очень счастлив от этого, от того, что я мог покормить вас. Today the full moon day of the month of Bhadra is a very holy day for all of us. Сегодня, в день полнолуния, в месяц Бадры, это очень святой день для всех нас. For many centuries, we call this day the Vishwarup Mahotsava, the great festival honoring when Vishwarup, the elder brother of Lord Chaitanya, accepted sannyas. В течение многих веков люди праздновали в этот день, называя его Вишварупой Махотсовой. Это день, в который старший брат Господа Чайтаньи Вишваруп принял саньясу. And it was on this day that His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, for the purpose of spreading Lord Chaitanya's message throughout the world, accepted the vows of a sannyasi. Именно в этот день Его Божественная Милость Абхачарнавинда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада для цели распространения сознания Кришны по всему миру тоже принял обеты саньясы. I would like to briefly summarize these two very sacred historical events. Мне хотелось бы вкратце рассказать о двух этих священных событиях в нашей истории. Шри Чайтанья Махапрабху is Krishna, who descended into this world with the love of Sri Radha to give what no other incarnation had given.
Шри Чайтанья Махапрабху – сам Верховный Господь, который пришел в этот мир вместе с любовью Шри Радхи для того, чтобы дать этому миру то, что не давал никто до Него. The most intimate revelations of love of God as embraced by the residents of Vrindavan. Самые сокровенные откровения любви к Богу, которые испытывают обитатели Вриндавана. And he came to give it to the most lost and fallen people of the age of Kali. Он пришел для того, чтобы дать это самым потерянным и падшим людям века Кали. When Lord Chaitanya was a little boy, he was called Nimai. Когда Господь Чайтанья был маленьким мальчиком, его звали Нимай. And he hid his true identity from both the common people as well as his devotees. И в это время он скрывал свою подлинную природу от всех обычных людей и также от своих последователей. Like Krishna, who nobody in Vrindavan thought he was God, for the purpose of deepening the intimacy of their love for him. Как Кришна, про которого никто во Вриндаване не знал, что он Бог, для того, чтобы преданные могли проявлять свою подлинную, очень близкую любовь к Нему. That same Krishna was performing his pastimes in Navadvip as Nimai. Тот же самый Кришна. And when he was a child, nobody understood his true identity. Совершал свои игры в Навадвипе, и никто из окружавших его не подозревал о том, что он и есть тот самый Кришна. As a little boy, he was so naughty. Будучи маленьким мальчиком, он был очень шаловливым. That naughtiness only increased everyone's happiness. И его шалости только увеличивали счастье в сердцах всех. See, when we're naughty, we usually agitate people. But when he's naughty, he gives ecstasy to people. Обычно, когда мы балуемся, то это просто сердит людей. Но когда он проявлял свои шалости, люди чувствовали необычайный восторг и экстаз в своем сердце. When his mother and father, Sachi and Jagannath Mishra, would correct him, he would be twice as naughty. И когда его отец и мать, Джаганнат Мишра и матушка Шачи, пытались исправить его или наказать его, он начинал баловаться еще в два раза больше. So they wouldn't say anything. Поэтому они предпочитали ничего не говорить ему. But there was one person in the whole world that Nimai would be very humble when he would see. Но был один единственный человек во всем творении, перед которым Нимай чувствовал себя очень смиренным и тихим. That was his elder brother, Vishwarup. Это был его старший брат Вишваруп. Vishwarup knew that his little he was the only one who knew that his little brother was Gopal of Braj Bhumi. Он был единственный из тех, кто знал, что его маленький брат это Гопал из Враджабхуми. His beauty, his sweetness, and how he completely conquered everyone's hearts with love. Nobody could understand, but Vishwarup was simply astonished to watch. Никто не мог понять, что таится в этом маленьком Нимае. Его сладость, его красота привлекали сердца всех. Но Вишваруп единственный с удивлением догадывался. Vishwarup, from his very earliest childhood, he had no inclinations toward materialistic life. He only loved to hear and chant about Krishna with Krishna's devotees. Vishwarup с самого раннего детства не проявлял никакой склонности к материалистической жизни. Единственное, что он хотел делать, это слушать о Кришне и о его преданных. At that time in Navadvip, the materialistic people were
extremely antagonistic to the few devotees that were there. В это время в Навадвипе люди проявляли очень большую вражду к нескольким преданным, которые жили там. They would make up songs and poems just to blaspheme the devotees. Они писали специальные стихотворения и песни только для того, чтобы оскорбить вайшнавов. When they would see devotees in the street or any other time, they would be singing loudly together that... I don't know how to sing it, but I'll say what they sing. Когда они видели вайшнавов преданных на улицах Навадвипа, они начинали громко петь. Я не знаю, как это нужно петь, но я спою, что они пели. A sannyasi, a chaste lady, a yogi, a tapasi, they die just like everyone else. Они начинали говорить: саньяси, йоги, тапасви или целомудренная женщина умирают так же, как и все остальные. They cry for Krishna, but their bellies are burning with hunger. Они зовут со слезами на глазах Кришну, но при этом в животе их горит огонь пищеварения, они хотят есть. I say that a great person is one who is carried on a palanquin with 10 to 20 servants assisting them. Я утверждаю сейчас, что великий человек — это тот, кого несут на роскошном паланкине 20 или 15 слуг. But these so-called devotees, they're loudly calling Krishna's name, and Vishnu is being disturbed by their loud screaming, and he will destroy them. Но эти глупые преданные, они громко зовут Вишну, и Вишну, будучи недоволен ими, уничтожает их всех. They would accuse the devotees of all terrible things too. Они обвиняли преданных в самых ужасных вещах. Why? Почему? Because their whole conception of life was satisfying their selfish enjoyment. Потому что единственное, чего они хотели, это удовлетворить самих себя, свои чувства. And the devotees were a threat to them. И преданные представляли собой угрозу для них. In Navadvip, which was the high place of learning for the whole world. Навадвипа, которая была местом учености во всем мире. Nobody would talk about devotion except the few devotees. Even when they would recite Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, they would never discuss devotion to Krishna. Никто никогда не говорил о бхакти, о преданности Кришне, даже когда они рассказывали или объясняли Бхагавадгиту или Шримад Бхагаватам, за исключением нескольких преданных. This pained the heart of Vishwarupa so deeply. Это причиняло огромную боль сердцу Вишварупы. Because he saw how these special living beings who are all part and parcel of Krishna, who after millions and millions of births have taken the human form of life, they were wasting it. Потому что он видел, как эти живые существа, которые после миллионов и миллионов рождений принимали рождение в теле человека, напрасно растрачивали свою человеческую жизнь. It was so pitiful. It was too painful for him to even see the materialistic people, because they wouldn't listen to anybody speaking the truth. Это причиняло ему огромную боль. Он не хотел даже смотреть на материалистических людей, потому что он знал, что они не захотят слушать тех, кто скажет им правду. When he became a teenager, he would just go to the house of Advaita Acharya in Navadvip, and along with the devotees, spend the entire day just hearing and chanting about Krishna. И когда он стал подростком, он уходил в дом Адвайты Ачарьи и вместе с несколькими преданными проводил там целый день, воспевая святое имя Кришны или слушая о нем. He was so pure, he was so sweet in nature. When he would speak about Krishna, all the great Vaishnavas, some were the age of his father, grandfather, or great-grandfather, they would be mesmerized in ecstasy. Он был настолько чистый, настолько
у него была сладкая природа, что когда он начинал говорить о Кришне, несмотря на то, что его слушали, вайшнавы, которые были, годились ему в отцы или даже в деды, все слушали его с открытыми ртами. His love for Krishna was so beautiful, these Vaishnavas could not give up his association. Его любовь к Кришне была настолько прекрасна, что эти вайшнавы не могли отказаться от его общества. And when Vishwarupa was not at Advaita Bhavana, when he would be home, he would only stay in the temple and meditate and chant the names of Vishnu. А в то время, когда Вишварупа был не в доме Адвайта Ачарьи, Адвайта Бхавани, он приходил в свой домашний храм и, находясь в этом храме, медитировал на Кришну и повторял святые имена. One day at Advaita's house, they were discussing Krishna in great ecstasy. Однажды в доме Адвайта Ачарьи они обсуждали игры Кришны с огромным воодушевлением. Nimai was just a small boy at the time. В то время Нимай был всего лишь навсего маленьким мальчиком. He was just covered with dust from playing with his friends. Он был целиком покрыт пылью от игр со своими друзьями. Suddenly he ran into Advaita's house. Неожиданно он забежал в дом Адвайты. And he said to his brother, he looked up and said, "Our mother, she has cooked lunch and it is ready for you. Please come home." Он посмотрел на своего старшего брата вверх и сказал: "Наша мать приготовила замечательный обед. Пожалуйста, возвращайся домой поскорее." And then Nimai would pull his brother's dhoti. И Нимай стал тянуть своего брата за dhoti. And both of them would go back to honor Sachi Devi's prasad. Так оба из них вернулись домой для того, чтобы почтить прасад, приготовленный Сачи Деви. When Nimai came into the room of all these great mahants, Srivas, Advaita, Pundarik, these great souls were there. When they saw him, they were so captivated by his beauty and their love awakened so deeply, they could no longer even speak about Krishna. И когда Нимай зашел в эту комнату, где великие маханты, великие вайшнавы обсуждали Кришну, такие как Шривас Такур или Адвайта Ачарья, они почувствовали такую необычайную любовь и привязанность к нему, что они даже перестали говорить о Кришне. But they did not know who he is. Но они не знали, кто он. They couldn't even blink their eyes. They would just gaze at this little boy. Они просто не мигая смотрели на него. And after he ran out, Advaita said to others, "Who is that child? He is not ordinary." И когда этот мальчик выбежал вместе со своим старшим братом, Адвайта спросил у других: "Кто это такой? Что это за ребенок? Это необычный ребенок." Vrindavan Das Thakur in Sri Chaitanya Bhagavat explains. Vrindavan Das Thakur Sri Chaitanya Bhagavat объясняет. How it was that they were so attracted to the beauty of little Nimai. Почему они почувствовали такое влечение к красоте маленького Нимая? He quoted from Srimad Bhagavatam. Он цитирует стих из Шримад Бхагаватам. Shukadev Goswami tells Parikshit Maharaj that even though none of the elder gopi ladies knew that Krishna was God, they loved him so dearly. They loved him more than their own children. Он цитирует стих, который произносит Шукадев Госвами, где Шукадев Госвами говорит, что несмотря на то, что пожилые гопи Вриндавана не знали, что Кришна – Бог, они любили его так сильно, что их любовь к нему превосходила любовь к своим детям. Парикшит Махарадж was astonished. Парикшит Махарадж пришел в изумление. He asked Shukadev Goswami, "This is something that is incredible. We've never seen it. No one loves somebody else's child more than their own." Он сказал, что такого не бывает. Мы никогда не видели это в мире. Никакая мать не любит чужого ребенка больше, чем своего. We have seen a mother, if a child that lives next door has better grades than your child. Мы видели, если рядом по соседству живет ребенок, который превосходит ее собственного ребенка, dresses nicer than your child.
который одевается хорошо, is more obedient, который более послушен своим родителям. Is it possible for the mother to love the next-door neighbor's child more than their own? Может ли даже в этом случае мать любить соседнего ребенка больше, чем своего собственного? Parikshit Maharaj was the king of the world before he came to sit to hear the Bhagavatam. He'd seen everything. He said, "I've never seen anything like this. How is it possible?" Махарадж Парикшит был царем всего мира, и он многое видел на своем веку. Но он сказал, что я видел многое, но такого я никогда не видел, такого не бывает. Shukadev Goswami explains. Shukadev Goswami объяснил Парикшиту. Please listen carefully. Пожалуйста, слушайте внимательно. He said the only reason anything that the most dear thing to anyone is their own self. Он сказал, самый дорогой нашему сердцу человек — это мы сами. When we think our body is ourself, we really become attached to our body. Когда мы принимаем свое тело за самих себя, мы привязываемся к телу. When we think the bodies of other people are connected to my body, then we really become attached. Когда мы видим других людей и думаем, что их тела так или иначе связаны с нашим телом, мы привязываемся к этим людям. So this selfishness, being attached to one's self, is our nature. Таким образом, этот эгоизм, привязанность к своему собственному «я», эго, и есть наша природа. But the problem is, when the true self identifies with the body and the things of this world. Проблема начинается тогда, когда мы отождествляем свое истинное «я» с телом и со всем тем, что принадлежит этому телу в мире. But even our own beloved parents or children, if they die, if the self leaves the body, then we take the body out of the house and we either bury it or burn it. Но при этом, когда душа покидает тело, то даже самые дорогие этому телу люди, они пытаются сохранить ее, это тело, или сжечь. So what we actually love is the true self. На самом деле мы любим только душу. And why do we love the true self? Почему мы любим душу? Because it is part and parcel of the supreme self, Krishna. Потому что она является частицей высшей души. Who's all attractive and the object of everyone's love spiritually. Он, эта душа, высшая душа, всепривлекающая, является объектом любви для каждого. So that same Paramatma, the super soul, the ultimate object of everyone's love, the supreme self, was playing like a little boy in Vrindavan. Это самая Параматма, высший объект любви каждого, приняв форму маленького ребенка, играла здесь во Вриндаване. And that same little Gopal was playing as Nimai in Navadvip. И тот же самый Гопал играл роль маленького Нимая в Навадвипе. Vishwarup had no inclinations toward anything of this material world. У Вишварупы не было никакой склонности ни к чему в материальном мире. He heard that his mother and father were about to arrange for his marriage. Он услышал, что его отец и мать собираются женить его. On this day of the full moon that we are celebrating, without saying anything to anyone, Vishwarup left home and became a sannyasi. В этот день, который мы отмечаем и празднуем с вами сегодня, в полнолуние месяца Бадры, Вишваруп, не сказав никому ни слова, ушел из дома и принял обеты саньясы. He became very famous as one of the greatest sannyasis in history. His name was Shankararanya. Он стал очень знаменит. Он стал одним из величайших саньяси в истории Индии. Его назвали Шанкараранья. He displayed such
deep ecstatic love for Krishna wherever he went. Он проявлял такую глубочайшую экстатическую любовь к Кришне. Ultimately, he went to Pandharapur, a holy place in Maharashtra. В конечном счете он пришел в Пандрапур, в святое место в Махараштре. Many, many years later, Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he was a sannyasi, he went to Pandharapur during his South Indian tour. Много лет спустя Шри Чайтанья Махапрабху, также принявший саньясу, отправился в этот самый город, пришел в этот самый город Пандрапур. And he discovered that Vishwarup gave up his body in that holy place. И он там узнал о том, что Вишварупа оставил свое тело здесь, в этом святом месте. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he writes that it is said that Vishwarupa left this world by entering into the form of the deity of Vitthal Dev. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад пишет, что по местной традиции Вишварупа оставил этот мир, войдя в тело божества Виттл-дева. On the day that Vishwarupa left home, when his parents found out what had happened, their hearts were broken. В тот день, когда родители Вишварупа узнали, что он оставил дом и ушел из дома, сердца их были разбиты. They would never see him again. Они знали, что больше они никогда не увидят его. Even little Nimai was weeping and crying with a broken heart in separation from his brother. И даже маленький Нимай рыдал в разлуке со своим старшим братом. And all the devotees, they were simultaneously weeping in separation and happy. И все преданные одновременно плакали от разлуки с ним и чувствовали счастье. Happy that Vishwarupa had surrendered his entire life to the service of Krishna. Они были счастливы от того, что Вишварупа посвятил всего себя служению Кришне. But how will we live without seeing him and hearing his sweet description of Krishna's pastimes? Но как мы можем жить, не видя его и не слушая его удивительно сладких описаний игр Кришны? Jagannath Mishra and Sachi Devi were in such a state of grief. Jagannath Mishra and Sachi Devi испытывали при этом такое горе. All the relatives were trying to pacify them. Все их родственники пытались успокоить их. They would say, "You are so fortunate." Они говорили: "Вам так повезло." Your son became a sannyasi. Ваш сын стал саньяси. According to scriptures, if someone genuinely takes sannyas, then millions of relatives all get liberated. Согласно словам священных писаний, если чей-то сын становится саньяси, то миллионы его родственников получают освобождение. They would hear these things. Они слушали обо всем этом. And get some relief. Чувствовали некоторое облегчение. But then when they would think about Vishwarupa's qualities, they would fall again into the fire of separation. Но затем стоило им вспомнить о замечательных качествах Вишварупы, огонь разлуки снова начинал сжигать их изнутри. Eventually, somehow or other, Nimai was trying to pacify them in every possible way. Так или иначе, Нимай пытался успокоить их всевозможными способами, и в конце концов он говорил: «О, я с вами, я же остался с вами, я никогда не уйду от вас». Единственное, что позволяло продолжать им жить, это сладость маленького Нимая. And after Vishwarupa took sannyas, Nimai became very serious. После того, как Вишварупа принял саньясу, Нимай стал очень серьезным вдруг. He became very absorbed in studying scriptures. Он полностью погрузился в изучение священных писаний. He didn't even play with his friends anymore. Он больше не играл со своими друзьями. He just studied. Единственное, что он делал, это учил. Все.
One day Vishwarupa appeared to Nimai in a dream. И однажды Вишварупа пришел во сне к Нимаю. And he said, "Come with me, become a sannyasi." Он сказал: "Пойдем со мной, стань саньяси." And little Nimai told his brother that I have to stay home and take care of our mother and father. И маленький Нимай ответил ему: "Я должен остаться дома и позаботиться о своем матери и отце." And Vishwarupa said, "Very nice. All glories to Sachi Devi." Он сказал, Вишварупа ответил ему: "Очень хорошо, слава Сачи Деви." But Jagannath Mishra, seeing his son studying so seriously, became afraid. Но Джаганнат Мишра, видя, с какой серьезностью его сын учится, испугался. He told his wife Sachi that this is very bad that our son is studying scriptures so much. Он сказал своей жене Сачи: "Это очень плохо, что наш сын так много времени посвящает изучению Писаний." That's what happened to Vishwarupa. He was studying scriptures all the time. Именно это произошло с Вишварупой. Он постоянно изучал Писание. And if you study the scriptures, you learn that this whole material world is an illusion, and the only truth is Krishna. And our son Nimai is going to take sannyas. He's going to leave home. И если вы будете изучать Священное Писание, вы поймете оттуда, что весь материальный мир – это иллюзия, что единственная истина – это Кришна. И это значит, что наш маленький Нимай также примет саньясу и уйдет из дома. Therefore, I will forbid him from study. Поэтому я запрещаю ему отныне изучать Писание. Сачи said, "I'm so happy to see he's studying so much. Why do you want to stop him?" Сачи сказала: "Я очень радуюсь, когда я вижу, как он учится. Почему ты хочешь прекратить, запретить ему?" If he doesn't have an education, who is going to marry him, and how is he going to earn his livelihood? Если у него не будет никакого образования, кто выйдет замуж за него и как он будет зарабатывать себе деньги? Jagannath Mishra was very afraid. Jagannath Mishra очень боялся. He said to Sachi, "You foolish daughter of a Brahmin." Он сказал: "О глупая дочь брахмана." Don't you know? Неужели ты не знаешь? That everything is coming not by our educational qualifications, but by the mercy of Krishna. Что все приходит к нам не из-за того, что мы знаем какие-то священные писания, а по милости Кришны. Look at me. I know all the scriptures so much, and yet we hardly have any food in our house. Посмотри на меня. Я знаю все священные писания, и тем не менее у нас нет никакой еды в доме. And you will find there are people who can't even write or properly pronounce a single letter from the alphabet. И тем не менее, ты найдешь людей, которые не могут даже писать, которые не могут даже произнести правильно одну букву из алфавита. And there are thousands and thousands of pundits and scholars standing in line at their door begging for donations. И тысячи великих ученых будут стоять в очереди перед их дверью и просить у них пожертвований. Because our son Nimai is good, and because we're good, Krishna will give him good wife, and Krishna will give him everything. I will supply anything he ever needs, but he will not study anymore. Так как наш сын Нимай очень хороший, и мы очень хорошие, Кришна даст ему все, что угодно, включая жену, и я сам буду заботиться о нем, не беспокойся, но я запрещаю ему отныне учиться. Jagannath Mishra called Nimai. Jagannath Mishra позвал к себе Нимая. And he said, "From this day, you will not study anymore. No more books. You can do anything else you want, but no reading books." Он сказал: "Отныне, начиная с этого дня, ты не будешь читать ни одной книги. Можешь делать все, что угодно другое, но читать я тебе запрещаю." I will give you anything you want. Я дам тебе все, что хочешь. So Nimai became more mischievous than ever. Нимая это раззадорило больше, чем когда бы то ни было. Should I explain? Объяснить, что он сделал? He would play with his friends throughout the day and sometimes throughout the night, and his parents were afraid to say anything because he might start studying scriptures again.
Он начал играть со своими друзьями, иногда он играл целый день, а иногда он продолжал играть всю ночь. И его родители боялись ему сказать что бы то ни было, потому что они боялись, что он снова начнет изучать Священное Писание. Some of the things he did are explained. Несколько вещей, которые он делал, я тем не менее объясню. He would go with his friends during the day, and if he would see really nice banana trees in somebody's garden. Он отправлялся с ватагой своих друзей, и они видели в чьем-то саду замечательное дерево банановое. At night, with one of his friends, he would cover his body with a white cloth, the two of them under one. Ночью он и еще один друг одевались в белые одежды. And they would look just like a big ball. И они покрывали этой белой тканью свое тело, и они таким образом выглядели, как большой белый бык. And they would run together under the sheet into the garden and knock over the banana trees. И под этой простынёй они бежали, как бык, в чей-то соседский сад и сбивали банановое дерево. And the owner would be screaming, "There's bulls destroying my garden!" And the boys would run away and laugh. И соседи начинали кричать: "О, какой-то бык ворвался в наш сад и крушит здесь все!" А мальчики тем временем убегали. Sometimes they would go to people's homes. Иногда они отправлялись в дома соседей. And tie the doors locked from the outside. И закрывали эти дома снаружи, завязывая ручку. Now in those days they didn't have toilets inside the house. Didn't have what? Inside the house. No toilets. No. No toilets inside the house. В то время туалетов не было в домах. You are embarrassing me. So they went outside to do those things. В то время люди выходили наружу для того, чтобы справить свою нужду. But when they would have to go, when nature would call, и когда они чувствовали зов природы, they would run to the door to go out. Они подбегали к двери для того, чтобы выйти. The door was locked. Они пытались открыть дверь, но дверь была закрыта снаружи. From the outside, and they couldn't get out to open it. Дверь была закрыта снаружи, и они не могли выбраться оттуда. And because they were Brahmin, they couldn't respond to nature's calls on the floor of their house. Так как они были настоящими браманами, они не могли отозваться на зов природы прямо там в доме. And at the same time, they couldn't go outside. Но в то же время они не могли вырваться наружу. So they started screaming. Они начинали кричать. Nature called. Когда природа зовет. Nature screamed. Затем природа начинала кричать. Nature was howling. Затем природа начинала выть. They were desperately, urgently crying out to pass urine and stool, but they couldn't do it because they couldn't go inside and they couldn't get out. Изо всех сил они кричали и выли и катались по полу для того, чтобы справить свою нужду, но ничего не получалось, они оставались внутри. And Nehemiah and his friends would watch and listen and laugh. А Нимай и его друзья находились снаружи и громко смеялись. Anyone who hears these stories will never take birth and death in this world again. Любой, кто слушает эти истории, никогда больше не родится в этом мире. Because these are the loving pastimes of the Lord. Потому что все это любовные игры самого Господа. Certainly, even though these people were suffering, because Nehemiah was the cause of it, it was actually a type of ecstasy. Безусловно, эти люди страдали, но так как Нимай был причиной всех этих страданий, они внутри испытывали необычайное счастье. And one day Nehemiah climbed up a
pile of old clay pots that were cooked with wood and cow dung fires. So the pots had all black around them. В один прекрасный день Немаев забрался на большую кучу выброшенных старых глиняных горшков, в которых Шачи приготавливала обед. Так как обед готовился на огне, то все эти горшки сверху были покрыты копотью. He looked so beautiful. He had a wonderful golden complexion, and because he was sitting on top of all these black pots, there was black marks all over him. Он выглядел очень красивым, у него была прекрасная золотистая кожа, но так как он сидел на куче горшков, покрытых копотью, повсюду у него были черные пятна от сажи. He was like a golden lotus flower with black bumblebee, honeybees. Он напоминал золотистый цветок лотоса, на котором сидят черные шмели. So his friends ran and told Sachi, and she came running to the place. Его друзья пожаловались Сачи, и Сачи прибежала туда, к этому месту. She said, "Nimai, this is a dirty place. Why are you there? You are the son of a Brahmin. You are Jagannath Mishra's child. Why are you sitting in such a filthy place?" Она сказала: "Nimai, ты же сын Брамана. Почему ты сидишь в этом грязном месте? Ты сын Джаганатхи Миши, тебе не пристало это." And all the neighbors came to see this. И все соседи собрались вокруг. And Nimai said, how am I supposed to know what is dirty and what is clean, what is good and what is bad if you don't allow me to study?" И Нимай сказал: "Как, по-вашему, я должен знать, что хорошо, что плохо, что чистое, что нечистое, если вы не разрешаете мне учиться?" And then he started speaking intimate truths. He said, "Actually, my mother, whatever I touch becomes pure." А затем он стал говорить сокровенные истины. Он сказал: "На самом деле, мать моя, все, до чего я дотронусь, становится чистым само собой." He was speaking the truth, but everyone was laughing because they couldn't understand who he was. Он говорил сокровенные истины, но все только смеялись в ответ, потому что никто не понимал, что он Бог. He said, "Besides that, these pots were used to cook for Vishnu. Therefore, they're holy pots, and I'm being purified by getting these marks on me." Кроме того, в этих горшках готовилась пища для самого Вишну, поэтому это священные горшки, я только очищаюсь, когда сижу на них. And Sachimata said, "Nimai, please come down." Сачимата сказал: "Nimai, пожалуйста, слезь оттуда." Such a dirty place. Это грязное место. And Nimai said, "I won't come down unless you let me study." И Нимай сказал: "Я никогда не слезу оттуда до тех пор, пока вы не разрешите мне учиться." And all the neighboring ladies started scolding Sachi Devi. И все соседки стали ругать Сачи Деви. They said, "What? Why you don't let him study? Our children, we have to force them to study." Они стали говорить: "Ты что, сошла с ума? Почему ты не разрешаешь ему учиться? Нам приходится заставлять своих детей учиться." Your boy loves to study. А этому мальчику нравится учиться. Who is the enemy that has influenced you to stop his studies? Только враг может не позволять своему сыну учиться. They said, "Nimai, as long as your parents don't let you study, then you should go on doing your mischief and destroy anything you like." Они сказали: "Nimai, до тех пор, пока твои родители не разрешат тебе учиться, ты должен делать все, что угодно, и просто сеять разрушение вокруг." Sachi Devi didn't know what to do. She just had to climb on the pots and bring Nimai down, and he was smiling very nicely. Sachi Devi не знала, что делать. Ей пришлось залезть на эту большую кучу горшков и стащить оттуда Nimai. Он только улыбнулся в ответ. She brought him to the Ganga, and they both took their baths together. Она привела его к Ганге, они стали омываться. When Jagannath Mishra came home from doing his duties, Sachi said to him that our Nimai is morose because he wants to study. И когда Джаганнат Мишра вернулся от своих дел вечером, она обратилась к нему со слезами на глазах и стала говорить: "Наш Нимай очень огорчен, потому что ты не разрешаешь ему учиться." And all the neighbors came and they were preaching, "Let him study. Why are you afraid? Krishna is the supreme controller. If Krishna wants him to stay at home even while studying, then he will stay at home." Все мои соседи пришли
И стали проповедовать мне, и стали говорить, неужели вы не верите в Кришну? Кришна – верховный повелитель. Если он захочет, чтобы он остался дома, он останется дома. Give little Nimai the sacred thread and let him continue his study of the scriptures. Надень на маленького Нимая священные шнуры и позволь ему продолжать изучать Писание. Jagannath Mishra said, you are all my well-wishers. Jagannath Mishra сказал, вы все желаете мне добра. Therefore, I must trust you and do what you say. Поэтому я должен доверять вам и сделать то, что вы хотите. And he said to Nimai, what teacher would you like to study under? И он спросил у Нимая, у какого учителя ты хотел бы учиться? And Jagannath Mishra then gave all facilities for Nimai to continue his study. И после этого Jagannath Mishra предоставил все возможности для Нимая изучать Писание. And that's the beginning of an incredible lila. Это самое начало невероятной лилы. But that is some of the stories connected to Vishwaroop's accepting sannyas. Несколько историй, которые так или иначе были связаны с тем, что Вишварупа принял саньясу. Now let us examine that sacred history of our beloved founder Acharya accepting the renounced order of life. Теперь давайте с вами попытаемся погрузиться в другую историю, в историю того, как наш Ачарья, основатель нашего общества, принял саньясу. Srila Prabhupada was living as a vanaprastha in Jhansi. Srila Prabhupada жил жизнью ванапрасти в городе Джанси. He dedicated a full year to establish the League of Devotees. В течение целого года он посвятил себя тому, чтобы основать Лигу преданных. In pursuance of the order of his spiritual master. Это делал он для того, чтобы исполнить приказ своего духовного учителя. In 1922, Abhay Charanaravinda, our Srila Prabhupada, who was just married and had a child, first met Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur at the Gaudiya Math in Calcutta. В 1922 году Шрила Прабхупада, который за короткий срок до этого женился, и у него только что родился ребенок, впервые встретился с Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром в Гаудии Матхи в Калькутте. It was just a small building. Было очень маленькое здание. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada would speak on the rooftop every evening. Каждый вечер и ночь Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada разговаривал с людьми на крыше этого здания. Our Srila Prabhupada was brought by a friend, and on the first instance of the meeting between these great souls, Srila Prabhupada was given an order by his guru that you are an intelligent young man, you should spread the teachings of Lord Chaitanya in the English language all over the world. Srila Prabhupada привел встретиться с Бхактисиддхантой Сарасвати его друг, и в тот же самый вечер, при первой же встрече, Бхактисиддханта Сарасвати Такур дал ему приказ, ты разумный молодой человек, ты должен потратить свою жизнь на то, чтобы проповедовать послание Господа Чайтани на английском языке. Srila Prabhupada took those words as his life and soul. Srila Prabhupada принял эти слова очень близко к сердцу. Later he was transferred in his work to Allahabad. Позже он оказался в Аллахабаде по делам. And he heard that his guru was going to be speaking in Vrindavan. Он услышал, что его гуру собирается посетить Вриндаван. In Koshi he sat and listened to his guru speak for many, many, many hours. В Коши он сидел и слушал, как его гуру рассказывает о Кришне в течение долгих часов.
the delator at Prayag, where the Kumbh Mela is, he was initiated by Bhakti Siddhanta Saraswati. И позже в Праяге, во время Кумбамелы, он получил посвящение от Бхактисиддханты Сарасвати Такура. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said about Prabhupada, anything he writes should be published. В какой-то момент Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал, все, что напишет этот молодой человек, должно быть опубликовано нами. When Prabhupada was living in Vrindavan, his Guru Maharaj came there and he actually told the senior devotees that this Abhay, in due course of time, he will do everything. In Bombay. Not in, you said in Vrindavan. The last letter Srila Prabhupada received from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, just shortly before he passed from the world, repeated the same instruction. И самое последнее письмо, которое Абхай Чаранаравинда получил перед уходом своего духовного учителя, всего за несколько дней до его ухода, повторяло то же самое наставление. Spread Lord Chaitanya's message in the English language all over the world. Распространяй послание Господа, учение Господа Чайтаньи по всему миру на английском языке. Around 1950, Srila Prabhupada left his family to pursue doing that. Около 950 года Шрила Прабхупада ушел из семьи для того, чтобы выполнить волю своего учителя. He had responsibly spent about 30 years taking care of his family, and now he understood his guru's mission was calling him to fulfill that great prophecy. Со всей ответственностью он промел примерно 30 лет в своей семье, воспитал детей, но в конце концов он понял, что он выполнил свой долг, и теперь его священный долг – выполнить волю духовного учителя, который зовет его. After a year of putting all of his efforts in developing a center in Jhansi, the center was taken away from him. После целого года, когда он прилагал все свои силы для того, чтобы развить какой-то центр в Джанси, у него забрали это здание. He lived in Delhi for some time. В течение какого-то времени он жил в Дели. Writing, editing, publishing, distributing back to Godhead magazine. Он писал, он распространял журнал Back to Godhead, он редактировал книги. And eventually, he decided to make his residence in Vrindavan. В конце концов, он решил поселиться во Вриндаване. He had a friend named Gopal, who was living at the Bumsi Gopal temple. У него был друг, которого звали Гопал. Он жил тогда в храме Бамси Гопала. Srila Prabhupada was given a room on the rooftop. И Шриле Прабхупаде предоставили комнату на крыше. He would do his writing of Back to Godhead and go to Delhi to do all the work of distribution and preaching. Sometimes he would go to Agra, sometimes he would come to Mumbai, sometimes he would go to Kanpur. Он писал свои статьи для журнала Back to Godhead, потом отправлялся в Дели для того, чтобы проповедовать и распространять журнал. Иногда он отправлялся в Канпур, иногда он отправлялся в Агру или в другие города. He was doing everything within his powers. Он делал все, что возможно. To share this great mercy of Lord Chaitanya with the world. Для того, чтобы поделиться этой милостью с людьми этого мира. For many years, he was getting a dream. И в течение нескольких лет он видел один и тот же сон. In that dream, his Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, would stand before him and call him. В этом сне он видел своего Гуру Махараджа, Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати Такура Прабхупады, который стоял перед ним и звал его к себе. Calling him to become a sannyasi, to dedicate his body, mind, words, and life to preach this message.
Он звал его, чтобы тот стал саньяси для того, чтобы посвятить свое тело, свой ум и свою речь миссии Господа Чайтаньи. When Srila Prabhupada was in his family life and he would get these dreams, he was wondering, how is this possible? Когда Шрила Прабхупада вел жизнь семейного человека, и когда ему приходил во сне его гуру Махарадж, он видел этот сон, он думал, как это может быть? Но теперь он жил как ванапраста, отрекшийся от мира во Вриндаване, и когда он увидел этот сон, снова он понял, мое время пришло. He wrote a letter to one of the very prominent sannyasi acharyas amongst his god brothers. Он обратился к одному очень знаменитому саньяси ачарью, знаменитому духовному брату его. He said, I want to publish books. I want to take sannyas. I want to go to the West because that's the order our guru has given me. Он сказал: "Я хочу публиковать книги, я хочу принять саньясу, я хочу отправиться на запад, потому что такова была воля моего духовного учителя." But this god brother, he didn't say no, but he said, "We don't have any funds. We have no money to publish books now. We have no money to send anyone to the West. But just come and live in the mat, and after some time you could take sannyas, and then if money comes, we can do these things." Но этот знаменитый саньяси сказал, он не сказал нет, он сказал, у нас нет денег для того, чтобы публиковать твои книги, у нас нет денег для того, чтобы отправить тебя на Запад. Просто присоединись к нам, живи в нашем храме, через какое-то время примешь саньясу, а потом, если деньги будут, мы сделаем это. Srila Prabhupada he understood that this would not work. Srila Prabhupada в глубине души понимал, что из этого ничего не выйдет. So he went to another one of his god brothers. Поэтому он обратился к другому духовному брату своему. Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махараджа. He told him, "My guru, our guru Maharaj is calling me to take sannyas. What do you think?" Он сказал ему, "Наш гуру Махарадж зовет меня к себе и хочет, чтобы я принял саньясу. Что ты думаешь об этом?" Кешава Махарадж said, "Yes, you must take sannyas immediately." И Кешава Махарадж сказал, "Да, немедленно принимай саньясу." Srila Prabhupada, in one beautiful lecture, he explains how this god brother of mine, he pushed me so strong to do it immediately. He said, he forced me to take sannyas. Srila Prabhupada в одной замечательной лекции рассказывает, как его духовный брат практически заставил его принять саньясу. Он сказал, что он так сильно настаивал на этом, что, по сути дела, я вынужден был сделать это немедленно. И Srila Prabhupada then said, actually, it was my Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, through my god brother, forcing me to take sannyas. Шрила Прабхупада сказал, на самом деле это мой духовный учитель Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад через моего духовного учителя заставляет меня принять саньясу. On this full moon day, Vishwarup Mahotsav, in 1959, Srila Prabhupada went to Mathura from the Bamsi Gopal temple. В этот день Вишварупа Махотсава, в полнолуние, Шрила Прабхупада отправился из храма Вамши Гопала в Матхуру. There in the Keshava Gaudiya Math. И там, в Кешава Гаудия Матхе, he sat down at the sacred fire. Он сел возле священного огня. He was given saffron cloth and a danda. И его гуру Кешава Махарадж дал ему шафрановую одежду и данду. And he was given the name A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj. Ему
дали имя Абхачарана Равинда Бхактивиданта Свами Махарадж. And after Srila Keshava Maharaj gave his talk, и после того, как Шрила Кешава Махарадж произнес свою речь, он сделал нечто очень интересное. He turned to Srila Prabhupada, who was just getting initiated as a sannyasi, and asked him to give a lecture. Он повернулся к Шриле Прабхупаде, который в этот момент получал посвящение в саньясу, и попросил его прочитать лекцию. Srila Prabhupada told us in a talk to all his devotees for all time to come. He said, in that room, there was no special invitations. It was just the local people in the mat that were there. Srila Prabhupada сказал, что и рассказал это всем нам и всем остальным поколениям преданных, которые придут за нами, что в этой комнате, когда я принимал саньясу, не было никаких приглашенных гостей, были всего лишь навсего обитатели этого матха. Hardly any of them spoke any English. Практически никто из них не говорил по-английски. But Srila Prabhupada gave his lecture in English. Но Шрила Прабхупада прочитал свою лекцию на английском языке. Because that was the purpose he took sannyas. Потому что ради этой цели он принял саньясу. He was not doing it to renounce the world. He was not doing it to go back to Godhead. He was not doing it to get prestige or honor. Он делал это не для того, чтобы вернуться к Богу, не для того, чтобы отречься от мира, не для того, чтобы получить почести. He took sannyas on this day to be an instrument of his Guru and Mahaprabhu's mercy by spreading the message of Lord Chaitanya throughout the world in the English language. Он сделал это для того, чтобы стать инструментом своего духовного учителя и распространять учение Господа Чайтаньи по всему миру на английском языке. He was around 63-64 years old at the time. В то время ему было где-то 63 года. At this event, Keshav Maharaj was presiding. На этой церемонии Кешава Махарадж играл главную роль. And Srila Prabhupada's very beloved friend and godbrother Krishnadas Babaji Maharaj was invited to perform kirtan. И Кришнадас Бабаджи Махарадж, дорогой друг Шрилы Прабхупады, его пригласили туда, чтобы он пел киртан. This morning with Shripad Bibi Govinda Maharaj, we were discussing this pastime. Этим утром вместе со Шрипадой Биби Говиндой Махараджем мы обсуждали эту лилу. Кришнадас Бабаджи Махарадж told us. Кришнадас Бабаджи Махарадж сказал нам, that when the Vedic hymns were being, or the Vedic mantras were being chanted for the ceremony, когда во время этой церемонии священнослужители повторяли ведические мантры, he was playing his mridanga and chanting the Maha mantra. Он играл на мриданге и пел Маха мантру. And he was getting enthusiastic and chanting quite loud. И он начал петь очень громко. And the acharya and the priest, they were telling him, you know, not softer, softer, softer. И ачарья и священнослужитель сказали ему немножко потише. So Krishnadas Babaji Maharaj would chant softer. И Кришнадас Бабаджи Махарадж стал петь тише. And Srila Prabhupada turned to him. He was getting initiated. Srila Prabhupada, который получал посвящение, повернулся к нему. And he would say, louder, louder. И он сказал, громче, громче. And the acharya and the priest would say, softer, softer. Acharya и жрец говорили, тише, тише. He would get softer. И он начинал петь тише. Srila Prabhupada would turn to him and say, louder, louder. И Srila Prabhupada поворачивался к нему и говорил, громче, громче. And Krishnadas Babaji Maharaj said, it was at that time that I understood that it was this Srila Prabhupada, my godbrother, who was the person who had the faith in the holy name, he would be empowered to spread the glories of the Nam Sankirtan movement all over the world. Yeah.
Кришнадас Бабаджи Махарадж сказал, что именно в этот момент я понял, что мой духовный брат Бхактивиданта Свами Прабхупад имеет такую веру в повторение и в пение святого имени, что именно он распространит славу святого имени по всему миру. Чайтанья Махапрабху took sannyas only to spread love of God out of compassion for all beings. Чайтанья Махапрабху принял саньясу только для того, чтобы распространить любовь к Богу всем живым существам. Srila Prabhupada, he took sannyas on this day for the same reason. И Шрила Прабхупада принял саньясу в этот самый день по той же самой причине. He was living in Vrindavan. Он жил во Вриндаване. He was already perfectly renounced. Он уже находился в полном отречении от мира. He took sannyas to facilitate his coming to the Western world, his traveling all over the world and begging people to accept pure devotional service. Принял саньясу только для того, чтобы у него была возможность отправиться в западный мир и умолять, упрашивать людей Запада принять чистое преданное служение. Soon after that, he moved into the Radha Damodar temple. Вскоре после этого он переселился в храм Радхи Дамодары. Near the samadhis of Jiva Goswami and Rupa Goswami. Стал жить подле самадхи Шрилы Дживы Госвами и Шрилы Рупы Госвами. He began his translations and commentaries of Shrimad Bhagavatam. Там он начал переводить и комментировать Шримад Бхагаватам. All to prepare himself to bring the message all over the world. Только для того, чтобы подготовиться к тому, чтобы принести это послание. When he was 69 years old, he went to Mumbai to beg Sumati Maharaji, give me a passage on your cargo ship to New York. В 69-летнем возрасте он отправился в Бомбей, чтобы умолять Сумати Мурарджи дать ему бесплатный билет в Нью-Йорк. She said, Swamiji, it is... You will die. It is very cold, and no one will listen to you there. I have been. Она сказала: "С вами же это безумие. Вы умрете в Нью-Йорке. Очень холодно. Я была там." He sat on her steps and refused to eat or drink anything until she gave him a ticket. Он сел на лестнице ее дома и отказался пить или есть до тех пор, пока она не даст ему билет, и она дала ему билет. From Calcutta. On the Jaladuta, he was to leave on his voyage to the West. Из Калькутты на корабле Джаладута он начал свое путешествие на запад. Before that, he came to Mayapur to the samadhi of his guru to beg for his blessings. За день до этого он отправился в Майяпур и целый день провел около самадхи своего гуру для того, чтобы получить его благословение. He went to Shantipur to get the blessings of Sri Advaita. Он отправился в Шантипур для того, чтобы получить благословение Шри Адвайты. There he told the priest, the pujari, that my guru Maharaj has given me an impossible instruction to take this message to the whole world. It had never been done in history. И там он сказал пуджари, священнослужителю этого храма, мой гуру Махарадж дал мне невероятное, невозможное, немыслимое задание распространить учение Господа Чайтанью по всему миру. Это никогда не было сделано до этого. On Friday, the 13th of August, 1965, Srila Prabhupada was to depart on the boat. В пятницу 13 августа 1965 года Шрила Прабхупада взошел на корабль для того, чтобы уехать из Индии. Only four or five people came to see him off. Всего лишь навсего 4 или 5 человек провожали его в порту. One was his own youngest son, Vrindavan Chandra Day. Один из них его младший сын Вриндаван Чандра Де. I know him very well. Я знаю его лично.
Once we were sitting in my room in Mumbai together, and I asked him, what were you thinking? He was just a teenage boy at the time. What were you thinking when your father, with no money, just approaching 70 years old, was walking up the steps of that cargo ship to go to the West? Однажды мы сидели с ним в моей комнате в Мумбаи, и я спросил у него, что ты думал в тот момент, когда ты видел, как твой отец поднимается по трапу без копейки денег для того, чтобы распространять учение Господа Чайтанья на Западе? Что ты думал в этот момент? His youngest son, Vrindavan Chandra. Его младший сын Вриндаван Чандра. He was silent for a long time. He couldn't speak. He was reliving that moment. Надолго замолчал, и я чувствовал, что он снова проживает этот момент. Can you imagine? Prabhupada's godbrothers didn't even come to see him off because they all thought this is impossible. Можете себе представить, духовные братья Шрилы Прабхупады даже не пришли проводить его, потому что никто не верил в эту затею. He had no money. He was very ill health, and his sons watching him climb up the steps of this ship. У него нет денег, слабое здоровье, преклонный возраст, и его сын в порту провожает его и смотрит, как отец поднимается по трапу. A couple years ago, I was giving a lecture in Detroit. Пару лет спустя после этого события я давал лекцию в Детройте. And afterward, an old Indian man came up to me. И после этой лекции старый индиец подошел ко мне. And said, years before, he was a captain of the Jaladuta. Он сказал, что много лет назад он был капитаном этого корабля Джаладута. He was not the captain during Prabhupada's voyage. Он не был капитаном этого корабля, когда Джаладута привезла Шрилу Прабхупаду. But others, he was the captain. Но в другие рейсы он был капитаном. I said, whatever happened to the Jaladuta? Я спросил, что случилось с Джаладутой? He said, soon after 1965, it was destroyed. Because when Prabhupada was there, it was already such an old, beaten-down cargo ship. Он сказал, что вскоре после 1965 года этот корабль развалился на части, потому что тот момент, когда Шрила Прабхупада путешествовал на нем, это было уже очень дряхлое и ветхое судно. Vrindavan Chandra, Prabhupada's youngest son, was very quiet. Vrindavan Chandra, младший сын Шрилы Прабхупады, долго молчал. I had just asked him, what were you thinking? Sitting in my room, he started to cry. Я просто спросил его, что ты думал в этот момент, и сидя в моей комнате, он заплакал. And then he looked at me. Затем он посмотрел на меня. He said, when I was standing watching my father climbing the steps of that ship. Он сказал мне, когда я стоял в порту и смотрел, как мой отец сбирается по трапу. I was so worried. Я так волновался. That he would die. Что он умрет. He had nothing. У него не было ничего. He had no one. У него не было никого. But he was doing this to serve the order of his guru. Для того, чтобы исполнить волю своего гуру Махараджа. And he ended by saying, "I was proud of my father." И он закончил свою речь, сказав, "Я гордился в этот момент своим отцом." This is why Srila Prabhupada took sannyas. Именно ради этой цели Шрила Прабхупада принял саньясу. As a step forward to give us the message and the mercy of Lord Chaitanya. Как шаг для того, чтобы дать всем нам милость Господа Чайтаньи, Его учения. So for all of us, this is a very, very holy day. Поэтому для всех нас это очень святой день. It is a day when we can sincerely remember the great
the great sacrifice of compassion that Srila Prabhupada made for all of us. Это день, в который мы можем искренне помнить и вспоминать о великом подвиге Шрилы Прабхупады, о великом жертвоприношении, которое он сделал, и сострадание ко всем нам. He crossed oceans to go to New York and to America. Чтобы пересечь океаны и оказаться в Нью-Йорке, в Америке. And he struggled so hard. Преодолеть бесконечные препятствия там. And had so many of his disciples working to help him to come to the Soviet Union. И он попросил огромное количество своих учеников, они помогали ему так или иначе оказаться в Советском Союзе. Srila Prabhupada's compassion is our only qualification to receive the gift of pure bhakti. Сострадание Шрилы Прабхупады — единственная квалификация, которая у нас есть для того, чтобы мы могли получить дар сознания Кришны. On this day we offer our hearts with gratitude. В этот день мы, наши сердца переполняются благодарностью. And we offer our prayers. И мы возносим молитвы. Our prayers of offering our very lives to assist him in this great mission. И одновременно с этим мы посвящаем своей жизни для того, чтобы продолжать эту великую миссию. In whatever small or big ways we can. Чтобы большое или маленькое мы не сделали для этой миссии. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada. Thank you very much. Спасибо большое.